Битва гениев, поломай мозг в лечебных целях. Кто твой гений? У любителей игры «Кто хочет стать миллионером» появился фаворит. Игра «Битва гениев» отлично подходит для тех, кто хочет провести время хорошо и с пользой. Это игра и для эрудитов, и для тех, кто только решил стать гением. Новая эра что? Где? Когда? Играй только с людьми, со всего мира и в реальном времени. Уже 53 тысячи уникальных вопросов от победителей игры «Что? Где? Когда?». Каждый вопрос с источником. Найди, о чем не знаешь, и узнай. Становись лучшим среди лучших и получай ежемесячные награды. Узнай, кто ты из гениев. Эйнштейн, Франклин или Кюри. Сможешь выстоять? Создатель игры уверяет, что в игре более 53 тысячи разных вопросов из таких категорий, как история, география, наука, спорт и искусство. Каждый вопрос подкреплен источником. Вопросы писали игроки команды CSGO, чемпионы Украины по что, где, когда. 2018 года. Победит тот гений, у которого останутся очки жизни после дуэли. В игре только живые люди, причем с каждого континента. Никогда не знаешь, кто находится по ту сторону экрана. Возможно, это видный ученый или руководитель огромной компании. Никаких сухих вопросов с глупыми ответами. Вопросы составлены лаконично, многие с картинками для лучшего понимания. Для победы в цифровых раундах придется напрячь серые клетки и ответить как можно точнее, а не полагаться на удачу. Особого внимания заслуживают географические раунды с картой мира. Слабо активных игроков в «Битве гениев» можно обнаружить в любое время суток. Каждый последний день месяца 20 лучших игроков получают приз 200 в игровой валюте, разумеется. И это только начало. Не так-то просто попасть в сотни лучших. Игроки делают все возможное, чтобы удержаться в ней, а уж тем более занять первые места. Работа художников порадует глаз, а крутая озвучка заставит вспомнить голоса истинных гениев. «Битва гениев» — это не только увлекательная викторина, но и путь. Начни со ссылки по материалам сайта newsgro.com.